Всем привет, с вами Мегадекстер, и сейчас майские праздники, но вы, скорее всего, это смотрите уже вне майских праздников, где-нибудь там 12-13 мая, может быть, где-то так. Я забыл заснять влог, бла-бла-бла, о том, что я выиграл в ремикс-контексте от Штопенберг. Я попал в его официальный альбом Штопенберг I'm the Danger, хотя это больше как такой мини-альбом, потому что он состоял только из его трех треков и ремиксов тех, кто победил. Ну, я вот победил. Это было просто капец. Я аж просто охерел. И альбом сам стоит 8 евро. Это около 500 рублей. И это не очень много. Но прикол в том, что он мне его отдал бесплатно. Потому что я как победитель, я участвовал. Насколько я помню, все участвующие, они получили этот альбом бесплатно. Потому что они участвовали. Я, наверное, вам оставлю ссылку на то, чтобы заказать этот альбом. Это... Он вам просто скинет ссылку на скачивание этого альбома, потому что сам как диск он решил не делать это. Ну, потому что логично, он состоит только из трех его треков. И... Так, что-то я потерял. Из трех его треков и только ремиксов, поэтому, по сути, он никак не... Не знаю, никак не состоит из его большей части, больше из тех, кто делал ремиксы. Так что его можно будет только скачать по ссылке. Так что, в принципе, на этом вот и все. Как бы я сейчас отдыхаю. Будет такой фон. Поэтому, да, я вам кину ссылку на то, чтобы заказать этот альбом. А так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Всем удачи и всем пока.